Всем привет, народ! Сегодня будем торговать по новостям. У нас сегодня самая-самая сильная новость по показателю Non-Farm. Показатель Non-Farm показывает, как изменилось число, изменение числа занятых в тех отраслях, которые не связаны с сельской промышленностью. Новость очень сильная. В чем фишка этой новости? То, что она вот выстреливает на 200 пунктов. То есть заработать можно очень и очень хорошо. Я буду заходить на 100 тысяч рублей. То есть буду делать по 20 тысяч 5 сделок. Новость очень сильная, я в ней уверен. Видите, даже на Олимпе отметили вот таким вот маркером эту новость. Так что на этой новости можно очень-очень хорошо заработать. Новость выходит каждую пятницу, каждую первую пятницу нового месяца. Вот это вот новость. И как я буду заходить? Я буду заходить сразу же после выхода новости. Нужно успеть в течение 10 секунд зайти. Сразу же зайти на 3 минуты. Новость очень сильная, можно в принципе на одну и на две, но до 5 минут нужно заходить. Так, еще осталась 1 минута, очень нервничаю, потому что новость сильная, но в принципе нервничаю, чтобы ничего не затупить, чтобы все отлично пошло. Так, зеленая, на понижение, не успел. Отлично, все, больше заходить не буду. Боже, насколько я зашел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, здесь все шикарно, главное успеть. Я в будущем планирую, как торговать по Non-Farm'у, сделать отдельное видео. Видите, насколько цена ушла? 186 на 100, на 200, 186, 650, 600, 100, 150, да, на 200 пунктов ушла цена. Так, зашел на понижение, может многие не знают, почему я зашел на понижение, если новость зеленого цвета. Потому что у нас доллар стоит на втором месте, видите, пара евро-доллар. Доллар стоит на втором месте, так что нужно заходить на понижение. Кстати, какой был прогноз? Прогноз был наоборот. 209, ну в принципе нормально. И у нас еще у нас есть... Отлично, видите, еще была новость по безработице. Осталась на том же уровне, это очень хорошо. Вот, все идет как нам нужно, это реально 100% новость. Не знаю, 99%, что эта новость зайдет. Как торговать по таким новостям? Ни в коем случае не торгуйте до выхода новости. Сразу же выходит, желательно... первые 10 секунд зайти в сделку, в первые 5 секунд даже желательно зайти. Я очень хорошо зашел, видите, быстрый обвал. Также часто на Non-Farm'е у нас получается так, что цена, новость выходит зеленая, цена выстреливает, наоборот, в другую сторону, да, идет откат. Вот тогда-то быстро нужно заходить, и тогда идет она в нужную нам сторону. Все равно я нервничаю, потому что думаю, что еще вот... подымется уже, потому что нужно было, может быть, на 2 минуты. Но, народ, до 5 минут. 10 минут это будет очень много для этой новости. Боже, на этой новости можно реально заработать. Один раз заработать и целый месяц ничего не делать. Блин, я реально на полбанка зашел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. На 140 тысяч зашел. Боже, как же я нервничаю. Я успел на эту новость. Я ехал в такси. Еще было 15 минут до новости. Я боялся, что будет пробка, что я не успею. Боже, как же я доволен.
Так, у меня просто нету слов. Круто, что вот на Олимпе еще... Блин, просто шикарный результат. Круто, что на Олимпе делает вот этот вот маркер. Так, народ, все шикарно. Что я вам хочу сказать? Подписывайтесь в группу, предлагайте в группу свои новости, свою торговлю, как вы торгуете, будем обсуждать. Делитесь своими результатами в группе. Не забываем, что каждую субботу идет розыгрыш 1000 рублей. Выиграть очень просто, потому что там, ну, репостит где-то человек 170. А вот вчера был розыгрыш на 350 рублей и сделала репоста всего лишь 40 человек. То есть шанс победить очень большой. И розыгрыш на 350 идет всего один день. Также хочу сказать, что подписывайтесь в Инстаграме, я оставлю вот ссылку. Подписывайтесь на мне в Инсту, потому что в Инсте я выставляю все эти видео, видео с путешествий, которые я еще не выложил во влог. Там, как я ел скорпионов с Китая, то есть много видео с Китая. Панду я выложил с Китая. Ну, много всяких интересных видео я публикую в Инсте, вот на одну минуту. Подписывайтесь. И среди новых участников в Инсте я через три дня разыграю 1000 рублей. Так что подпишитесь. Не думаю, что много подпишется, как обычно. То есть шанс победить очень большой. С вами был Рэпер Трейдер. В будущем планирую выпустить отдельный видос по нонфарму. Хочу проанализировать прошлые новости и показать вам, что все новости заходят. Видите, вот на 10 минут я бы уже не рисковал. Да, вот смотрите, она упала, да. И вот мы здесь зашли на 10 минут, видите, уже идет повышение. Сразу же после выхода новости в течение 5 секунд нужно успеть зайти. Боже, мне так переполняют эмоции. Ставьте, народ, лайк этому видео. Всем удачной торговли. Всем пока.